меня берет в конце. Если берет в начале, можно еще кататься и кататься. Такое ощущение, что его кто-то за жопу тянет. Становится более вялый. Еще вопросы есть? Всем привет! В этом видео вы увидите, как правильно менять диски сцепления на Kawasaki Voyager 1700. Смотрим, это будет познавательно, полезно и прикольно. Но перед тем, как мы начнем работы, Виталик Нержик, вы уже знаете по первому видео, если кто не смотрел ТО мотоцикла Kawasaki, здесь вот ссылочка, зайдите, посмотрите. Сейчас Виталик нам расскажет, какие предпосылки у мотоцикла, когда уже надо менять диски сцепления. Начинается все со звонка клиента. Вот ты звонил мне, да? Ты говоришь, нержавейка, все, пиздец, у меня берет в конце. Короче, надо менять диски сцепления, если берет в конце. Если берет в начале, можно еще кататься и кататься. Это еще ты молодой! Любишь кататься, женись на кататься. Посылки это падает динамика. Ты, как говорится, наваливаешь, а он не наваливает. Да, он стоит. Ну, такое ощущение, что его кто-то за жопу тянет. Ну и при этом увеличивается расход. В первую очередь теряется динамика мотоцикла, он становится более вялый. Прошу. Так, про вялого сказал, берет в конце сказал. Короче, товарищи, храните деньги в сберегательных кассах. Ну а замену дисков сцепления у нас производит, как всегда, Леха Чемодан. Леха, поздоровайся с нашими подписчиками. Хай. Он такой многословный, но в принципе зато делает быстро и качественно. Есть? Да. Ну, положили мотоцикл для того, чтобы снять сцепление и не сливать масло, нужно положить мотоцикл на бок, чтобы масло все перетекло в ту сторону, для того, чтобы открыть эту крышку и долить до сцепления диска. Это такой упрощенный метод замены сцепления. Ага. Что мы сейчас откручиваем? Мы откручиваем ножку для того, и потом выхлопную открутим. Открутим здесь, для того, чтобы хорошо подлезть к этой крышке. Откручиваем накладки на выхлопных трубах. Для того, чтобы добраться до самих выхлопных. И ступим накладочки. Когда мы продолжаем снимать защиту выхлопной трубы, да? Ну да. Так как мотоцикл горячий, приходится много акать. Нам надо вот этот узел весь снять для того, чтобы по всем болтам, чтобы эта крышка спокойно сливалась. Снимаем выхлопные колени для того, чтобы их снять, откручиваем от головки цилиндра. Сейчас попробуем, если получится, снять колени без снятия основного глушителя. Это будет хорошо. Все равно нам надо будет снимать эту вещь. Не получается так, да? Открыть чемодан. Лучше, конечно, снять чемодан, но попробуем без снятия его.
горячий. Включите. Тоже надо открутить, чтобы решительно надо полностью извлечь из посадочного места. И опа! И снимаем теперь колени, которые соединены еще между собой здесь. Тоже откручиваем. И теперь просто с легким подбитием закручиваем. Все, теперь откручиваем крышку. Начинать можно с любой стороны. То есть мы сначала как бы подрываем болты, потому что потом легко их крутить руками. Конечно, лучше и эту ножку снять, чтобы было удобно, но это не обязательно. Потому делаем с наименьшими потерями по времени для того, чтобы заменить диски сцепления. А теперь можно вручную так вот каждый болт по-быстро открутить. Тут можно. А ты сразу двумя руками смотрю, как. Ну да, тут можно выкручивать. Я левша и правша, но выкручивать. Все болты, конечно, разные, но не ошибетесь, потому что при вставлении болта, допустим, тут должно быть не меньше 1.5 сантиметра. И тогда подбирать до резьбы. Ну потому что они все разной длины, если вы посмотрите. Нумеровать там. Не стоит, это не имеет значения. Просто вы не ошибетесь. Вот эти два одинаковых. Вы когда вставляете их сюда, вот должно быть не больше 1.5 сантиметра. Ну, короче, тетрис еще будет. Ну, ничего страшного. Это такое. Сейчас наступает кульминационный момент. Главное, чтобы не порвать прокладку. Очень хорошо. И что нужно сделать, чтобы ее не порвать? Ну, чтобы не порвать, ну, я не знаю. Чуть-чуть подбиваете вот так. Вот она уже задышала. Она уже задышала. Вот потом берете, она по направляющим должна отодвигаться. В новых версиях мотоцикла обычно делают без прокладочной, то есть на герметике. Это в принципе. Надеюсь, что и тут тоже я знаю, что по идее прокладка должна быть, но надо ее так аккуратно снять. Вот она прокладочка. Мы ее сейчас от крышки аккуратно вот так. Оп-оп-оп-оп. Вот так поубираем, мусор потом надо будет повыдувать весь. Все, мы прокладку спасли, она асбестовая, то есть в принципе мы выиграли. Вот диски сцепления, вот прокладка целая, она многоразовая, то есть она идет из асбеста, если вы посмотрите. Герметиком ее смазывать не надо, ее просто после установки вытереть, ну, перед установкой маслом вытереть. Не надо смазывать. Не, маслом ее не надо смазывать. Просто насухо вытереть, да? Просто ее вытереть, чтобы оно нигде не сопливило, ничего. Это у нас диски сцепления, которые поврежденный момент, который мы должны поменять. Знали, теперь откручиваем диски сцепления, чтобы убедиться, что в этом у нас проблема того, что мотоцикл берется сцепление в самом конце. Тут они подпружиненные, эти болты, для того, чтобы создать плотное сцепление, для того, чтобы оно работало и крутило заднее колесо, так как это необходимо. Желательно сюда пользоваться хорошим инструментом для того, чтобы не слизывать ни болты, ничего, не пожалеться один раз. Потратиться. Что в твоем понимании хорошее? Ну, как минимум топтул. Как минимум. Какой? Топтул, как минимум. А покажи, я пользуюсь топтулом уже вот много-много лет. Вот сними полку. И вот эти мои полки. Ага. Вот это весь инструмент.
инструмент, который я пользуюсь, который меня радует, и я спокойно работаю. От инструмента очень много пляшет. Это так же самое, как вы зашли в парикмахерскую. Если тупые ножницы и плохие ножницы, вас подстригут очень плохо. Так же самое сказывается на ремонте мотоцикла. Плохой инструмент, вы плохо отремонтируете. Хороший инструмент, это будет зачетно, классно, и потом будет вас радовать дальше. Но это не реклама Топ-Ту. Тут болты получаются длинные. Я их сейчас выкручиваю. Вот эта пружинка, которая прижимает эти сцепления. Мы их аккуратно складываем сюда. То есть это такой быстрый метод ремонта сцепления, который можно сделать, грубо говоря, в таком ракурсе положенном мотоцикле, для того, чтобы не сливать масло, чтобы еще на этом масле можно было покататься. Вообще лучше рекомендации, когда, допустим, сцепление уже начинает буксовать, то лучше в априори менять и масло, потому что все фрикционы, которые попадают потом в масло, которые с этого самого с масла, они же там промазываются маслом, они, конечно, плохо потом будут влиять. Но так как комбат через пару тысяч будет менять масло, в принципе, можно и обойтись вот таким моментом. Почти 80 тысяч прошли на этом сцеплении. 80 тысяч – это уже много. Обычное сцепление ходит 50-60 тысяч. Да? Это как расходник. Вот для того, чтобы убедиться, я вот снимаю сейчас диски, сейчас вам покажу. Для того, чтобы убедиться, спалено оно или нет, если вы видите, тут оно имеет вот такие вот рытвинки. Вот эти рытвинки говорят о том, что сцепление уже не годится. И вот только менять. Это маленькие они или что? Нет, или... рытвинки. А давай сравним с новой. У нас такое, ЕБЦ, да? ЕБЦ. Фирма ЕБЦ. Сцепление. У вас сколько дисков? Я думал, там два диска. Нет, это фрикционные диски. И вот я показываю момент. В чем разница? Разница кубика должно быть ровно и больше, все прочее, и больше. И не должно быть таких рытвинок именно на этом деле. Заводские диски имеют мелкие кубики. Да. Уже когда ЭБЦ меняется и все прочее, оно тут сделано более широкие кубики. На это не стоит обращать внимание, это более они такие практичные, усиленные и все прочее. Это идет с завода диск. Я просто не пойму, они счесаны или что? Если не обращать на вот это, вы увидите, на что мы обращаем? Вы увидите вот на концах вот такие вот стесы. Там микрометром померили. Могу просто, да, померить микрометром толщины. Так, что мы? Снимаем все? Снимаем все. Не имеет значения, что зачем они никак не пронумерованы, ничего, да? Нет. Там уже не надо. Так, ну, агрегатные замузыки, естественно. Так же самое мы обращаем внимание на спаленные промежуточные диски, которые имеют чуть-чуть подпаленную момент. Как понять, что они подпалены? А это видно, вот они, стесы заблестявые. Это не должно быть такое. Вытертые, да? Да, вытертые. Это я потом наждачкой чуть-чуть подточу и обдую воздухом для того, чтобы они более прилегали равномерно и имели однотипную структуру, которая имеет однотипную структуру. Они перекладываются промежуточные. Последние достаем двумя отвертками. Вот оно. Вот это не должно быть. Это говорит о том, что оно уже подпалено. Сколько таких дисков там? Где 8, где 9. По-разному. Был у меня мотоцикл Сибир 900 РР спортбайк. В нем по заводу идет 10 дисков сцепления. Мне пришлось 2 набора покупать. Вообще в наборе обычно 8-9 дисков. Может, заодно посмотрим цепь, нормальное натяжение там где-то всего.
Не, все великолепно, все отлично. Тут оно натягивается, ну, успокоитель, так называется, в простонародье, резиновый, все, но очень замечательно. Все нормально, да? Все в хорошем состоянии. И последний у нас идет маленький, тоненький. Его надо внедриться, достать. Достаю. Все. Теперь считаем, сколько у нас здесь. Вот этот, кстати, маленький, то, что я доставал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вот у тебя тоже тут 10 доставок. Это хорошо. Пересчитай тут тоже. Тут я тоже посчитаю. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Да. Это что, у нас старый? Да. Сколько показывает? 3,37. 3,37. Здесь у нас... 3,44. Ну, на количестве 10 штук это почти там... Нет, там по 1,5 сотки, это 1,5 миллиметра получается. 1,5 миллиметра, вот он такой берет там 5. Теперь мы начинаем смазывать диски перед установкой, потому что они тут сухие, должны быть в масле пропитаны маслом. Масло мы заливаем, ну, смачиваем их тем, что заливали в двигатель. И аккуратно набираем сюда, в этот пенал, все диски, и промежуточные будут у нас диски металлические. То есть последовательно идем, просто берем, можно так это делать. То есть промачиваем. Можно с две стороны. Две стороны, конечно. Ну, промачиваем, масло как раз остается на нем, и оно пропитывается маслом. Ну, можно и замочить, конечно, но это не принципиально. Можно вот так пальцем, грубо говоря, примитивно. Но просто это все сделать без всяких новшеств или каких-то моментов. Вот оно должно вот так быть полностью пропитано маслом перед установкой. Вот оно наш имеет такую, как вот. Так оно должно выглядеть. Угу. И вставляем поочередно. Это самая маленькая? Это самая маленькая идет. Почему она самая маленькая? Потому что там идет такая пружинная шайба, которая потом тоже помогает им рассоединять все. Когда вы выжимаете сцепление, оно рассоединяется. Потом берете промежуток. Вот этот, получается, вы ставили новый, старый, который вот он идет и весь подряпанный. Мы его вот так выкидываем. Берем промежуточный диск. Раздачка еще идет. Не торопитесь. Вытираем его от масла. Вот. Потом берем Bright. И берем просто вот так аккуратненько, мы делаем такое, матируем эту поверхность для того, чтобы она не была зеркальной. Для чего это делается? Чтобы они больше и лучше прилегали и отрабатывали себя. То есть вот я показываю, вот оно идет матовое должно быть, вот оно блестящее. Должно быть таким однородным или не должно быть блестящим. С двух сторон? С двух сторон вот так. Планомерно, красиво делаем его матовым. Вот оно получается, вот тут матовое, тут оно блестящее. Еще расскажи, чем мы это делаем, какой абразив? Скотч Брайт, который используется для, можно наждачкой мелкой, можно скотч Брайтом. Это используется для затирки машин, когда перед покраской все прочее матируется. Ну, как бы мы матируем металл. То же самое делаем и с этим металлом. Матируем его. Вот оно. Вот такое не должно быть. Вот такое оно должно быть. Однородным, матовым. И последний этап. После того, как вы вот так все заматировали, это такая скрупулезная работа, тошно. Мы берем, вытираем или тряпочкой, или как я, салфеткой, и обязательно воздухом. Тут есть такие, чтобы тряпка не оставалась, и все, такие внутренности, такое тиснение. И с этого тиснения мы вот так вот все продуваем. Для чего это тиснение? Чтобы в момент, когда вы двигаетесь или едете, чтобы фрикционы, которые потом со временем стачиваются, они не попадали в масло, а оставались в этих рытвинках. Тогда оно будет и масло более чище, и лучше работать. Так, продули. И поливали
все моменты. И берем, вставляем по и набираем вот так. Так же самое опять берем диск, пропитываем маслом. И вот так непосредственно все 10 дисков маслом пропитываем и 10 дисков промежуточных металлических мы скотч-брайтом матируем, продуваем и устанавливаем. То бишь это самое долгое? Это самое нудное такое, вот именно из всего интересного, которое мы... За 15 минут разобрали, а тут ну, непонятно, фактически, сколько его вот это делать. Фактически да, что оно именно нудно. Главное в этот момент не заснуть, попить кофе и думать о хорошем. Да, последнюю крышку закрываем. Мы сделали нашу. Это шток, который нажимает сцепление. Оно должно быть чистым, чтобы не было вот этой грязи. Это фрикционы, которые от старых дисков, которые остаются на этом штоке. Он должен быть такой чистенький. Тут есть обязательно подшипничек. Тут в маслечке он все. Вот эта штучка ходит здесь. Смазывать не надо? Нет, там все смазывается, просто убрать налет. Вот оно так вставляется. И при нажатии ручкой это вот так будет отодвигать сцепление для того, чтобы можно было включить передачу. Так же самое тут обязательно не забыть вот эту шайбу. Вот она становится, чтобы подшипник работал промежуточным между двумя. Да еще раз вытащу. Вот подшипник должен вот так вот работать. Да, это будет правильно. Потом берем этот колпак и накрываем, попадаем в зубья, все. И опять последовательно, как разбирали, так и собираем. Наживляем и закручиваем. Когда начинает притягиваться, лучше перейти на противоположную сторону, чтобы их равномерно все подтягивать. Когда оно уже его под пружину взяло, тогда можно затягивать все уже полубоко до нагрузки не больше 3 кг. Как проверить эту нагрузку? Ну, когда с годами уже крутишь, ты уже это понимаешь. То есть, если в спортзал ходишь 3 кг, ты уже должен понимать, сколько это и как. Конечно, есть динамометрический ключ, но уже с годами он уже у тебя остается в руках, и ты можешь руками понимать, как и насколько его затягивать. А теперь затяжка, нагрузку. Оп, все. Оп, все. Меня даже проверяли, ну я четко угадываю, сколько надо давать нагрузку при закручивании. Аккуратно вытираем масло, просматриваем, чтобы не было мусора на прокладке. Она такая тоненькая, обязательно когда вы вставляете, чтобы вот это все совпало, чтобы она нигде там не вот так не съехала, не так. То есть она должна быть на направляющих. Четко вот лежать эта прокладка. Потом берем крышку, вытираем посадочное место, смотрим, чтобы нигде не было зазубрин, каких-нибудь инородных тел. Все. Все оно чистенько, все красивенько. А снаружи уже помоет мойку. У нас идет такая женитьба мотора с крышкой. Оп. Все, по новоуправляющей мы теперь накладываем болты. Выбираем максимально длинные. Они должны быть вместе идти. Все. Вот они раз. Вот они два.
закатываем сюда у нас. И занимаемся такой фигней попадания болтов в свою непосредственно дырку. Понял. И погнали. Вот оно должно быть, высота такая. И закручиваем, да? Да, и закручиваем. Не сильно сейчас плотно. Просто чтобы оно коснулось металла. Тоже нагрузка на алюминий не больше 3 кг. То есть, опять же, геометрика, можно зайти в интернет, найти выписку, сколько, где, какие ключи должны затяжки быть. Это, конечно, правильно, это все по уму. Но когда вы уже за 20 с лишним лет накрутитесь мотоцикла, вам это уже не надо будет, ну реально. Сборка уже подходит к концу, уже все поменяли, закручиваем, ставим все на место. Поэтому сейчас выезжаем и пробуем, как она будет ехать. Ну, если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал MotoLife. И пишите обязательно в комментариях, на какие мотоциклы сделать обзоры и что необходимо вам отремонтировать. До встречи!